Сегодня аким города Тараза Бахытжан Орынбеков наградил многодетных матерей областного центра подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». 31 жительница получили золотые, а 26 матерей – серебряные подвески. Подробнее в нашем первом материале. Население города Тараза достигло 476 тысяч человек. С 2010 года 2753 областного центра были удостоены подвесок Алтын-Алқа, а 2516 – Күміс-Алқа. На встрече аким города тепло поздравил многодетных матерей, выразил им свою признательность за то, что все они носят свой вклад в демографический рост Жамбылского региона. Желаю вашим семьям всего самого доброго, благоденствия и процветания, чтобы вы застали все хорошее, что будет у ваших детей. Мы уверены, что вы приложите все силы свои и знания, чтобы воспитать и вырастить достойных граждан нашей страны. Со своей стороны, мы как власть прилагаем все усилия, чтобы улучшить качество вашей жизни и ваших детей, проявляя заботу о вас. Среди удостоенных подвеской Алтын-Алқа и Орзада Есельбаева, она мать 8 детей, 20 внуков и 2 правнуков. Медаль женщина получила из рук акима Тараза. Я очень рада получить сегодня из рук акима Тараза подвеску Алтын-Алқа. Пусть молодежь Казахстана улучшает демографическую ситуацию в стране, способствует тому, чтобы как можно больше было нас, казахстанцев. Пусть все будут счастливы, чтобы у всех были внуки и правнуки. Всего всем самого доброго. В свою очередь, аким города отметил роль матерей в обществе, а также рассказал о проводимой работе по поддержке материнства и детства. Сара Абдиева, Адильжан Сайлаубеков, Алимжан Ахпаев, 77 News.